слониха 11 часов рыла яму в земле. Вы будете потрясены, когда узнаете, зачем. Удивительная история. Недаром слонов считают самыми умными животными. И это видео тому доказательство. Люди были очень удивлены, когда у их деревни появилась слониха и начала выкапывать землю. Они осторожно решили выяснить причину столь необычного поведения. И оказалось, что она пытается достать своего слоненка, который по неосторожности оступился и свалился в колодец. Мать, конечно же, не оставила ребенка в беде и стала его вызволять. Она 11 часов пыталась его откопать. Естественно, люди могли бы помочь слонихе намного быстрее справиться с этой проблемой, но она была слишком возбуждена и расстроена, и приближаться к ней было опасно для жизни. Люди смогли вмешаться лишь когда через несколько часов мать немного успокоилась из-за того, что у нее дело сдвинулось с мертвой точки. Совместными усилиями слониха и жители деревни смогли вызволить слоненка из плена колодца, и счастливая семья удалилась в закат. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.